фоткаюсь. Давай, давай, давай. Привет, добрый вечер, рад вас видеть. Слушай, расскажи пару слов о Fight Nights, о твоем отношении к этому, как ты попал сюда. Ну я, скажем, как в данной ситуации, я как такой ярый поклонник, можно сказать. Фанат, сам как бы, к сожалению, не в той спортивной форме, чтобы пытаться что-то показать и как-то себя проявить в единоборстве, но смотреть, болеть, как-то вот поддерживать своим творчеством людей, занимающихся этим видом спорта, я вот всегда за. Сегодня проходит 12-я легендарная битва под Москвой, трехлетие промоутерской компании Fight Nights. Замечательный вечер, замечательная атмосфера, полный пропуск, полный шлак. Много персон, много просто людей, любителей спорта, поклонников, вот, которые пришли поболеть, посмотреть на наших бойцов. И вот, собственно, мы сделали такой совместный проект. Скажи, у тебя я не могу сказать, что это стало гимном, но это некое такое еще одно дополнительное промо-история для боев. То есть мы сделали такой вот пацанский трек. Расскажи об идее, как она появилась. Это твоя задумка из того, что ты фанат, или это тебе предложили? Как получилось, что ты снял? Это же еще переплетено с боями настоящими. Как это снималось? Ну, это была изначально моя идея. Большой респект моим друзьям, партнерам, журналу iFamous.